Всем привет! Продолжаем небольшие прогулки по Петербургу. Знакомимся с домами и с людьми, которые жили в этих домах. Пользуюсь я сайтом City Walls. Итак, дом Балакина, дом Зубовой. Запасной дворец и конюшенный двор при Новомихайловском дворце. Служебный и конюшенный корпус. Миллионная улица 6, Мойки 5. Архитекторы Штекеншнайдер. Год постройки 1863. Дом Балакина, дом Зубовой, запасной дворец, конюшенный двор при Новомихайловском дворце, служебный и конюшенный корпус. Дом Балкина, вторая половина 18 века, архитектор Коробов. Дом Щербатова, 1790-е годы, автор не установлен. Дом Зубовой, середина 19 века, архитектор Альштрем Карл Густав. Перестройка дома по миллионной. Альштрем перестроил дом для Зубовой, жены графа Зубова, запасной дворец. 1857-1862 год. Архитектор Штекеншнайдер возводит Новомихайловский дворец. На месте дома разместили служебный и конюшенный корпус дворца. Запасной дворец, с исключением существовавшего здания. Дом был двухэтажный. В доме жили лакеи, повара, кухарки и другая прислуга великих князей. Большую квартиру занимал управляющий дворцом великого князя. 1930-е годы, надстройка двух этажей. В 1856-м в доме жил Римский-Корсаков, композитор, дирижер. В доме жил Слонимский, автор либретто нескольких балетов, историк балета. С 1720-х годов на этом участке, ограниченном Мойкой до Миллионной улицы, находилось домовладение камергера Петра Федоровича Балка. В 1863-м часть участка, примыкавшая к Мойке, была сдана в аренду Туру, известному мебельному фабриканту. Здесь жила Ванак Берта Петровна, которая была арестована в 1937 году, приговорена к высшей мере наказания, расстреляна в 1938. Гвисюк Владимир Филиппович, член ВКПБ, арестован 28 ноября 1937 года, комиссии НКВД и прокуратуры СССР 5 января 1938 года, приговорен к высшей мере наказания, расстрелян в Ленинграде 22 января 1938 года. Вот такие данные по дому Балкина, дом Зубовой, запасной дворец и конюшенный двор при Новомихайловском дворце, служебный и конюшенный корпус, Миллионная улица 6, набережная Мойки 5. Я пользовался данными сайта City Walls. Все, всем пока, до свидания, всего хорошего.